Коллеги, всем привет! Ну что, давно я не делал видеообзоры и не разбирал какие-то интересные новинки. И сегодня как раз-таки вот тот самый случай, когда ко мне прилетела новинка, утюг для выпрямления волос Steam Plus. Значит, данный утюг рекомендуется мастерам, которые заботятся о волосах клиентах, чтобы влага не выпаривалась из волос, и благодаря тому, что здесь, как вы видите, даже на упаковке нарисован пар, значит, это говорит о том, что данный утюг и выделяет пар. И давайте посмотрим, что же, кстати, по поводу коробочки. Ну, я вам просто поверчу, покажу, как она выглядит. Вот, собственно, задняя часть. Здесь показано, что есть расческа, есть регулировки всевозможные. И давайте я вам открою завесу тайны. Значит, вот так упакован данный утюг. Я его уже, естественно, распаковал. Здесь, как вы видите, вот такой вот аппликатор. Воду я уже налил, чтобы вы понимали, что в этот аппликатор нужно наливать воду до 30 мл, чтобы заправить данный утюг. Давайте я открою и вам покажу его, как он, собственно, выглядит. Значит, утюг, сразу скажу вам, далеко не легкий, все-таки тяжелые здесь пластины и весь этот сам агрегат, ну, довольно-таки нелегкие, потому что вот эта вся часть главная, она, естественно, вся конструкция, все здесь, и подача самого пара вот отсюда, и все вот эти, значит, все нюансы, которые протекают сюда, ну, естественно, все концентрируется здесь. Значит, пульт управления, как всегда, у нас здесь, как вы видите, здесь у нас кнопка включения, кнопка подачи пара и регулировка температуры. Давайте я его включу и покажу вам наглядно, чтобы вы все это дело видели воочию. Итак, вот так он, собственно, включается. Здесь у нас есть вот такая вот расческа. Забыл это слово, извините. Расческа у нас, естественно, снимается, поэтому если хотите, можете с расческой работать, хотите без, как вам удобно. Я считаю, что с расческой работать вполне очень даже и хорошо. То есть идет, собственно, протяжка, и волосы равномерно распределяются, и все очень здорово. Значит, красивый вид, ничего не могу сказать лишнего. Вот прям красивый глянцевый пластик, все довольно-таки хорошо подогнано, щелей никаких я не вижу. Здесь шнур у нас крутится, шнур у нас порядка 2 метров, то есть не 3 метра, ну, собственно, я считаю, что это вполне себе хватает. Значит, здесь у нас специальный резервуар, вот здесь у нас, собственно, вода, я уже налил, как вы видите, вот видите, то есть все видно, сколько у нас воды в этом резервуаре. Значит, все просто, открываем данный резервуар. Вот, вот здесь у нас такая открывашка. Аккуратненько резиночку открываем. И вот сюда, используя воду, заливаем воду до победного. Закрываем, как я уже это сделал, да? Вот, и устанавливаем вот сюда. Все достаточно просто. Все. Включаем, то есть также здесь все просто. Пожалуйста, температурный режим. Вот здесь кнопка включения, опять же температурный режим. Вот здесь выставляется. Вот здесь кнопка включения пара, как я вам ранее показывал. И видите, значит, температура нагрева идет, пар. Значит, когда сигнал у нас мигает, значит, система готовится к подаче пара. Когда перестает мигать, соответственно, можно работать, и пар будет вот отсюда у нас выходить. Значит, температура у нас меняется. Пожалуйста, хотите 230 жарить, жарьте 230 вместе с паром. Хотите 210, пожалуйста, 210. Пожалуйста, 190, 170 и 150. Видите, меньше у нас, ну, никак не идет. Поэтому я, например, использую, как правило, температуру порядка 100,
70 градусов. Я считаю, что это оптимальная температура для выглаживания волос. Все, как видите, звук пошел, пар, как видите, пошел. Сам сигнал остановился, что символизирует о том, что вы можете приступать к работе. И, пожалуйста, вот нажимаете, и, естественно, у вас пар будет отсюда идти. Вот что мы видим. Все, я не буду, конечно, долго держать, вот, но вы уже видели, да, что пар у нас идет. Вот, кому хочется работать с температурным режимом в фрингейтах, то, пожалуйста, здесь у нас есть и фрингейты. Пожалуйста. То есть, ну, кому как удобно. Ну, если мы находимся на территории бывшего Советского Союза, в странах СНГ, то, естественно, нам в градусах надо, да, то есть в Цельсиях. Соответственно, удерживаем кнопочку, пожалуйста, вам Цельсии. То есть, все интуитивно, все понятно. Вот, поэтому, как бы, ничего лишнего, все красиво, подогнано, крутится сам шнур. Все достаточно просто. Значит, вот эта история, которую очень часто в этих местах мастера, когда зажимают волосы, да, очень часто говорят о том, что в этом месте у нас очень сильно идет нагрев и невозможно затронуться. Здесь я уже тестировал, все нормально, и вполне себе можно за эти места зажимать и вытягивать волосы. Значит, для любителей кудрей, сразу говорю, ну, тогда вы вот эту саму отвертку, ой, извините, не отвертку, саму расческу вы вынимаете и без нее. Но мне кажется, накручивать и делать локоны на такой прибор, на такой утюг, ну, как по мне, это кощунство, если честно. Поэтому, как бы, если вы планируете делать кудри, ну, я бы, конечно, вам не советовал. Да, пожалуйста, делайте на другие утюжки, но этот утюг, ну, я все-таки советую использовать только по своему прямому назначению. Это все-таки на вытягивание волос. А там смотрите сами. Значит, вилка, чтобы все видели, русская вилка, европейская вилка. Так что все, собственно, как по европейскому дизайну и по европейским стандартам. Значит, что касаемо других водных, значит 250 ватт, вот, и разрешенная вилка, как вы видите, 220 на 240, пожалуйста, здесь все, ну, понятное дело, Made in China. Вот, коллеги, так что вот такой вот новый прибор Steam Plus Pro, да, то есть вот видите здесь даже вот Steam Hair Care Pro. Я хочу вам показать в этом видео. Это новый продукт на российском рынке, он еще не завоевал любовь, он вообще неизвестен, о нем мало кто знает, только я впервые получил данный продукт, и я его буду тестировать, буду записывать видео, как им работать, ну и вам решил его презентовать, чтобы вы видели такой вот замечательный, на мой взгляд, прибор для выглаживание, разглаживание волос и еще с функцией пара. Да, таких приборов очень много, но уникальность его, опять же, в том, что очень удобный резервуар для воды, быстро снимается, быстро наполняется, и все это быстро устанавливается. Очень здорово. Единственное, конечно, да, вес нелегкий, не совсем легкий, конечно, я не взвешивал, но сразу вам говорю, по сравнению с аналогичными приборами, то я думаю, они плюс-минус весят одинаково. Друзья, как вам данный утюг для выпрямления волос? Нравится он вам или нет? Напишите об этом в комментариях. Либо, может быть, вы используете подобные инструменты у себя в работу. Также, опять же, напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. На этом, в принципе, все, что я хотел вам рассказать в этом видео и показать. Не обязательно поставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно. И не забывайте подписываться на мой канал. Пока!